Плед, который вы видите сейчас на экранах, потрясающий, вдохновляющий многих хозяек. Вечернее вдохновение за суперцену нам выпала честь представлять сегодня товар дня. Мы хотим, чтобы у вас дома было уютно. 1999 рублей плед «Вечернее вдохновение». Надюш, ну да, что самое главное, сегодня мы получаем не один плед, мы получаем сразу два пледа по одной цене. И мы получаем необычайную нежность меха, но при этом еще практичность Wellsoft'а, ведь наш плед двухсторонний и имеет две уникальные фактуры. Невероятно! Два пледа по цене 1 1999 рублей, и у нас есть три цвета и совершенно разные модификации, но мы с вами об этом чуть позже поговорим. А сейчас давайте выберем ваш цвет. Да, итак, давайте, Катя, познакомимся с цветами. На кресле у нас модификация зеленый цвет для вашего гармоничного интерьера. Итак, на кровати у нас классика жанра, это бежевый цвет. Ну, ты знаешь, мне очень нравится, Надюш, что он украшен такими красивыми розовыми цветами, что добавляет такого акцента в интерьере. Согласна с тобой, розовый цвет на бежевом фоне, бежевая расцветка, называется этот лот. 1999 рублей, это спецпредложение дня. Что это значит? Это значит, что цена действует только сегодня, только буквально несколько часов. Успейте заказать. И размеры есть. Катя, у нас вот тут украшено и кресло, и диван небольшой, и большая кровать. Какие размеры, из которых мы можем выбрать сегодня? Надюш, у нас широкая размерная линейка. У нас есть полутораспальный, двухспальный и евроразмер. И мы можем украсить и кровать, и диван, и, конечно же, кресло. Отлично! За цену 1999 рублей 800 рублей ваша скидка. Давайте покажем размер. Он огромный. Вот смотрите, плед, который может укрыть двуспальную кровать. Да, это возможно. И да, плед — это самое уютное, что можно найти в доме. Да, действительно, плед — это символ дома, но сегодня мы получаем два пледа по одной цене. А это, конечно же, двойная экономия, но мы получаем еще больше уюта, еще больше комфорта. И самое главное, что у нас действительно уникальный плед. У нас есть две фактуры, то есть длинноворсовый Wellsoft, а также у нас есть такой стриженный Wellsoft. За счет этого мы получаем, Надюш, мягкость меха и практичность Wellsoft'а. А вот давай посмотрим с тобой, как выглядят эти фактуры и в чем их отличие. Лично я, когда увидела первый раз этот плед, подумала, что это настоящая овчина, натуральная, теплая. Ну, а на самом деле, что это за ткань? Это у нас длинноворсовый Wellsoft. И это действительно такой некий аналог овчины. Вот она, овчинная, натуральная шерсть. Такая мягкая, такая нежная. Знаешь, хочется прикасаться снова и снова. Она в моих руках. Но наш плед, конечно же, он, Надя, уникален, в отличие от овечьей шерсти. Так, и в чем же заключаются эти уникальные свойства? Шерсть — природный материал, шерсть теплая, правда, она иногда колется. И так бывает, что ее моль может погрызть. Так. Шерсть, тяжело за ней ухаживать, ее нельзя стирать. Вот сколько уже минусов мы насчитали. Так, в чем еще отличие? Еще, вот смотри, вот я беру кусочек шерсти, да, натуральная шерсть, пожалуйста, вы ее видите. Вот что будет, если мы скатаем шерсть? Давайте посмотрим, вот я вот возьму ее и буду ее катать. Покатаю ее что хорошо. Будет? Она собьется, я так думаю? Посмотрите, что получилось. Все, шерсть, она приходит в негодность. А теперь проведем тот же эксперимент, но с нашим уникальным пледом. С нашим уникальным пледом из длинноворсового Wellsoft'а. Вечернее вдохновение. Да, это спецпредложение. Итак, Таня, наша Катя проводит эксперименты. Мы убеждаемся в том, что современные материалы намного превосходят по своей износопрочности натуральной. Обратите внимание, все абсолютно идеально, потому что это уникальный материал, это длинноворсовый Wellsoft. И я сразу тебе хочу, Надюша, сказать, вот мой плед из длинноворсового Wellsoft'а 5,5 лет назад, который я приобрела, он выдержал 360 стирок. Ну что, вы каждый день стирала? Я его стирала, да, каждый день, потому что у меня был маленький ребенок. Ну, еще ведь на самом деле очень много уникальных свойств у нашего пледа. Ты знаешь, мы его с Ангелиной использовали очень часто как одеяло.
Так, это хорошая новость. Да, он очень мягкий, он очень нежный. Когда он прикасается к телу, получаешь действительно истинное удовольствие. Не хочется просто вылазить из-под такого одеяла. Смотрите. Тебе тепло и комфортно. И комфортно. Смотрите, давайте почитаем. Наша цена 1999 рублей. Но мы делим ее как минимум на 3, потому что это двусторонний плед. Вы получаете, по сути, за одну цену 2 пледа. То есть совершенно разные фактуры. В-третьих, третья функция – это одеяло, которое и покрывало, то есть на 4 делим. Это невероятно. Ну и, конечно же, у меня вопрос опять-таки по износу прочности. Есть что-то добавить? Конечно, есть. И очень много, Надюша, есть чего добавить. Ну вот смотри, я думаю, что очень часто вообще вопрос, который возникал вот по отношению к моему пледу, как же ты не боишься, да, на нем, допустим, лежать, укрываться. Животное, кстати, у меня была на тот момент собака. У меня была собака на тот момент, которая также любила отдыхать на этом пледе. И у всех был вопрос, а что будет с нашим длинноворсовым Вэлсофтом? А не будет ничего. И я вам это докажу, что этот ворс останется на долгие годы. Итак, пожалуйста, внимание. Ну что ж. Я расчесала наш плед. Он идеален, а вот теперь давайте, главное, посмотрим на расческу, на которой не осталось ни единой ворсинки. Плед «Вечернее вдохновение» будет радовать вас, согревать вас долгие-долгие годы. Меня он радовал 5,5 лет. То есть, если мы заказываем такой красивый плед, мы, не смущаясь, сразу стелим его на кровать и сразу начинаем активно использовать. А то кто-то скажет, ой, какой красивый, пусть полежит пока у меня в шкафу, потом кому-нибудь подарю. Нет, плед будет ярким, он будет насыщенным, сочным долгое-долгое время. Давайте выберем ваш цвет. На кровати бежевый оттенок, на кресле зеленый цвет. Кстати, здесь вы видите, сколько ткани, это очень большие размеры, а также есть розовый оттенок. Мы, кстати, драпировали им небольшой диван. Вы можете поступить так же. Возьмите 2 пледа, и это уже бесплатная доставка. Возьмите 3 пледа, и у вас готов подарок своим близким. Возьмите несколько пледов, украсьте свой дом, так как это сделали мы. Наша новая студия, наш новый дом засиял, заиграл по-домашнему уютными акцентами и красками. Вот, кстати, Катя, да. Хорошо, что ты пришла. Я хотела задать тебе вопрос по поводу красок. Так. Все-таки плед очень яркий, и согласна. Многие хозяйки думают, что с ним делать, носить химчистку, можно ли дома стирать, не станет ли он цвета такого выгоревшего. Ты знаешь, я тебе расскажу, во-первых, у нас инновационные технологии в мире текстиля используются в данном пледе. Это активный метод крошения. Волокно прокрашивается полностью на все 100%. За счет этого плед не линяет долгие-долгие годы. Я еще раз напомню, такой плед выдержит 360 стирок. Это огромное количество. Ни один плед не выдержит такого. Только Вэлсофт. Итак, ну для того, чтобы не быть голословной, я, конечно же, люблю все доказывать в прямом эфире, как эксперт телеканала Шоп-н-Шоу. Итак, у меня уже закипает чайник, Надь, и сейчас я прокипячу наш плед в температуре 100 градусов, чтобы все были уверены, что он будет с вами долгие годы. Приступаем к эксперименту, и мы вам докажем, что Вэлсофт современной обработки намного выгоднее, намного перспективнее, чем даже натуральная овчина. Абсолютно верно. И гипоаллергенный, и безопасный, всегда мягкий и нежный. Ну что ж, эксперимент в прямом эфире. Мой чайник закипел, вы это прекрасно видите, что у меня кипяток. Но Вэлсофт настолько уникален, что он не боится абсолютно ничего. Он не боится температуры 100 градусов. Он не линяет, он не дает усадку даже во время стирки. Он не деформируется, потому что это самая нежная прочность в мире. Давайте я сейчас приподниму, и вы увидите абсолютно чистую воду. То есть он не лезет, не линяет, не теряет расцветки, не изменяет форму, он остается в первозданном, красивом, эффектном виде. Я напоминаю, что это 2 пледа по цене 1, потому что здесь 2 фактуры.